Пончики бамбони смотрим. Клип Роксаны. Начинаем. Фанта. Спонсоры. Значит, будет хорошо. Будет очень хорошо. Флейта на фоне. Интересно. Хочется странно, я вот сейчас посмотрел другое видео, и словно передо мной сейчас совершенно другой человек. Словно Рокси, она поет на английском языке всегда, и как бы нацелена на более такую, ну, на всеобщую такую, на всю публику. А вот когда она подписывается как Роксана, то она поет уже на родном языке, на поиском, да, и... Я пока не знаю, в общем. Странно, потому что здесь она прям... Очень утонется. Ух ты. Как и всегда, мотивирующая песня с хорошим настроением, очень позитивным, тоже используется танец для такого выплеска энергии, то есть прям хорошо, все очень хорошо, довольно-таки ярко, никаких таких, ну, тленных красок, все ярко, очень ярко. Жесты, да, она говорит, там, видите, такой, оба-на, то есть говорит, что все проблемы только в ваших головах, надо просто их пересилить, просто превозмочь, перешагнуть. Или просто раздавить, вот так взять и раздавить эту проблему. О, надо быть сильным, да? Мне сразу, да, вот веяло очень такими испанскими мотивами. Ну-ка, мотивы не в песне, да, не в песенном плане, а вот стиль одежды, вот подача движения, такая очень экспрессия какая-то, жесть, ну, в жестикуляции. Это вот платье, да, которое над такими надувными рукавами. И вот эти вот платки, это, знаете, играющие. Хотя не только, конечно, в Испании, даже в России у нас тоже есть такое. Там, цыгане, например. Да, все, все, отметаем. Возможно, и в Польше, возможно, такое есть. Такое немножко народное творчество, скажем. Бабочка, да, когда с платками. Кстати, реально похоже. В принципе, даже без текста, да, можно разобрать, что она хочет прям. Вот в танце, например, показывает, что надо быть сильным, там вот исправить проблему в голове, и вот молодец. То есть она и в тексте, и в танце, и просто своим настроем сюда. Пестрит этим мотивирующим настроением. О! Хорошая сцена была, там красиво снято, эпично. Мне очень нравится припев, очень как бы и мелодичен, да, для уха. У него всегда очень приятные песни, прям такие. И как бы потанцевать может, да, и как бы и с посылом хорошим. То есть все
на месте. Такая вот гармония имеется, и это очень здорово. Ну, как бы, эпилептикам лучше не смотреть. Вот, сейчас тоже прикольно такая, типа, походит на рэп. Окей. Да. И нас отправляет в самое начало. Как бы считаю, красиво растет не только, да, как бы физиологически, но и как бы в таланте. Ну, клип, знаете, тут такой простой, да, ну, прикольно, конечно, снято. Там эти вот смены цветов, этих цветов, танцы. Она тут одна, в принципе, все так. Как, ну, вот реклама, чисто вот тут прям акцент на рекламу и прям чувствовалось. Возможно, если выпить напиток, то будет все хорошо, будет все отличненько. Сразу взбодришься, станешь сильным, да, и потом уже на вот инструкция, да, о том, как все-таки преодолеть свои проблемы и так далее. В исполнении Роксаны. Добра, позитива, чики-бомбони, огромных успехов и удачи вам, Роксана.